Итак, ворота без сварки. Я делал из профтрубы 20 на 40, вырезал в торцах труб пазы и вставлял, вот так вот делал каркас, и сажал на саморезы, по 3 самореза. Делаем каркас вашего размера, ваших ворот. Садим вот так вот на саморезы. Но это такую задвижку сделал, засов. По-моему, все предельно ясно. Такие вот ворота получаются. Вот такая вот задвижка. Из трубы тоже вырезал уголки и прикрутил на саморезы. И с обратной стороны, с лицевой, кровельными саморезами прикрутил профлист. Вся работа заняла полдня. Стоят эти ворота уже 10 лет. Для дачи самое то, ребята. Так что дерзайте. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь.